Всем привет, с вами Хоризор. И у меня такое сейчас неформальное видео. Я сейчас иду, можно сказать, на расследование. Сейчас я иду в лес, как вы сами можете видеть. И что меня толкнуло на такой подвиг идти в лес, притом я еще иду один. В общем, мне на почту прислал один человек какое-то непонятное видео. Я не буду сейчас говорить имя этого человека. Что было в этом видео? В этом видео какой-то мальчик, даже ребенок, лет, наверное, 11 или 10 по голосу, бегает в моем городе. Я не знаю, как этот человек мог узнать, в каком я живу городе, но как-то это все же случилось. Так, я уже вижу тропинку, по которой я, наверное, зайду, потому что здесь больше ничего нету, никаких тропинок. Вот. И он ходит по лесу, ну, я в каком-то похожем лесу, и говорит, что за ним охотится какой-то слендермен. Сейчас вы увидите фрагмент этой записи на своем экране. Сейчас я не знаю, куда я зашел. Что это такое? Ой. Как это мокрое. Что это такое-то? Блять, стой. Что это? Что это такое? Какой-то лист бумаги. Стоп. Стоп. Не хотите ли сказать мне, что это... О май гад. Не кажется ли там что-то виднеется? Камера, конечно, у меня плохая. Сейчас, погодите. Там, по-моему, что-то виднелось. Так. Так. Погодите-ка. Это тоже записка. Давайте возьмем. Лучше побежим отсюда. Побежим, побежим. Так, стоп, это что такое? Ну-ка, пошлите. Надо рассмотреть. Это тоже какая-то записка. Так. Help me. Да мать его, слендермен. Вот, и вы сейчас увидели все это сами. И после этого чувака никто вообще не видел. Я сам попытался порасспрашивать людей, кто это или что это вообще за ребенок, но никто мне не дал ясного ответа. Блять. Какого хера? Ладно, это просто какие-то, не знаю, скрипят ветки. О, господи, вы сами видите, куда я сейчас иду. Я рискую сейчас, можно сказать, собственным здоровьем, потому что я не знаю, кто здесь может быть, но я ведь, блядь, Хоризор. Мне все под силам. В общем, голос у него, конечно, похожий на кое-какого чувака, но это бред сейчас, что я сейчас могу сказать. Ладно, в общем, я спросил еще у одной женщины, она говорит, что этот мальчик пропал год назад. Ой, нет, не год, вру. 3 года назад, значит, получается, ему, не знаю, хз, сколько ему лет. В общем, ребят, я не знаю, что здесь, куда я направляюсь. О, боже. Стой, сейчас я приближу. Я, по-моему, вижу там что-то. Надеюсь, вы тоже это видите. Там какой-то листок. Да, тут пацан тоже находил листки. Как вы знаете, сам этот слендермен любит там раскидываться этими листами. И я, походу, что-то нашел. Блять. Ёбаный в рот. Это что за херня? Я, возможно, сейчас буду вести себя как даун, но... Ёбаный в рот. Help me. Сука. Сука, ёбаный в рот. Ёб твою мать. Блять. Какого хера? Не, ну конечно, ребят, мог кто-то подшу... Блять! Ёб твою мать. Сука. Что это, блядь, за поебень сейчас была? Блять, я там вижу опять какую-то записку, сука. Любой бы нормальный человек на моем месте сейчас бы пошел обратно и никогда больше сюда не возвращался, но я рискну своим здоровьем. Блять. Но это точно не слендер. Можешь крикнуть, хотя нет.
Я сейчас пойду очень тихо, я не хочу знать, что это, блядь, мать его, было. Я бы очень не хотел это снова увидеть. Но мне придется, потому что там снова эта записка. Сука. Я таскаю с собой эту записку, я не знаю зачем. В Слендере же типа надо собирать записки. Но я больше ни хера здесь ничего не вижу. Блядь, сейчас я попробую. Сука, это ворона или кто это, блядь, мне уже по барабану. Блядь, я сам хрущу этими ветками и от этого шугаюсь. Блядь, Сука. Блядь, ёбаный в рот. Сука. Блядь, ребята, я сейчас не знаю, что мне делать дальше. Я могу сейчас просто съебаться нахер с этого долбанного леса и не выяснять там про каких-то чудиков, слендеров, маньяков. Я не знаю, кто это бегал. Но любой бы нормальный человек сейчас будет просто... Я не знаю, я оставлю эту нахер записку здесь. Я могу сейчас пойти за ним. Я сейчас реально очень сильно рискую. Мне поебать на эти записки, простите, что я так сильно матерюсь, я, наверное, ни разу так сильно не матерился. О, боже. Господи. Я там вижу вроде что-то, блин, тут эта ветка, придется перешагивать. Чёрт. Чувак. Чувак, иди нахер. Иди нахер! Блядь, иди нахер! Блядь! Пожар! Что, блядь, за хуйня здесь? Где еще, блядь, камера, сука? Блядь. Сука, ёб твою мать! Блять, я нахер отсюда съебываю, это невозможно, тут находиться больше. Блять, сука, я... Блять! Сука, иди нахер! Блять, сука! Блять, нет, иди нахер!